Добрый вечер. Сюда идите, а то здесь зимок. А здесь я такая. Пошли команде. Первый номер. Вот трое и все девочки. Я девочка, а это уже не. Берите его. Скоро будет. Сегодня 12 июля 2014 года. Вот мы пришли на костер картошку печь. В дальнейшем будем песнопение духовное петь. Вот у нас гости приехали. Два. В лагере идет колокольный звон. 15 миллионов Маргарет Тэтчер сказала, хватит, чтобы обслуживать железную дорогу и облететь. Самый непокоривый народ. Сейчас Гарвардский проект сотрясения. Разрушение Союза произошло, теперь разрушение России. Ее рубят пополам Татарстаном. Это уже никакой не секрет, ничего. Значит, здесь земли, уже карты идут, куда что разделено. Сейчас какая Америка. Мне один момент был непонятен, почему юг до Москвы идет для Турции. Но нынче мы больше 1000 километров пошли по Турции. Мы с благой вестью ехали. Я увидел этот народ какой трудолюбивый. Справедливо. Они достойны. Турки. Хороший народ. Трудолюбивый. Какой у них порядок. Вот эта вот местность, они ее разглаживают как зеркало. И рис. И вода стоит как... Дальше вот так вот повыше. Следующее зеркало. Опять повыше. То есть... где неровное место выравнивает. И это рисовые поля. Небольшие, там гектара 2, 3, 5. Как работают они? Вот говорят, мы христиане, а они мусульмане, и тут ничего подобного. Где бы мы ни стали молиться, а мы открыто молимся, ни один не подойдет, не тронет. Наоборот, старается чем-то помочь. Но когда русские появляются, всю пакость доворуют, как к ним относиться? Это и понятно. Мы сами себе создали биографию. У них очень туризм развит. Едешь непрерывно, кемпинги, и люди вон из лагеря побежали уже. Бегут. Да. Так, вот сейчас что-то хотел, забыл, бился. Мы дошли до юга Греции. У нас же тоже народ. Ну как народ? У нас народ ездит какой? Какой? Который пальцы гнут? Да. Туда едут? Да. А вот которые пальцы не гнут, вот тут гнутся. Да. Вот из-за этого Россия... Да. И вот они, представьте, показывают курорт. Русские. Ну, везде люди отдыхают, появляются русские. Пьяный в рот, в нос, падает в бассейн. И теперь уже, когда едут, выставляют, значит, если там русские. Русские, значит, обходят. А это зачем мы будем терять клиентов-то? Ну, они тогда так, русским не положено, здесь в другом месте сидеть ищите. То есть хамье, безобразничают. Русские женщины приезжают, вот как будто на каждую ночь нового мужика подавают. Да где это видано? Распутство такое. Приехали в Таиланд, это... Я не знаю. О, Ваня первый. Из этой, ну, ближе к Кемертау. И их предупредили местные работницы, ночные бабушки. Тут занято все. А они вышли, жезлонки эти, ну, кресла развалились и все. Я скажу, ждут, придут мужики. На мотоциклист подъехал, два выстрела, обои сразу насквозь. Увозите. Ну, это все в газетах было, перепечатали. Все, остальные затихли. Они разговаривать не умеют. С ними спорить не надо. А когда мы приезжаем, мы молимся, мы дарим книги, мы беседуем. А отношение совершенно другое. Что о них говорят, там они злые, чеченцы, режут голову. Я не опровергаю, но к нам отношение другое. Мы приезжаем туда, как родные братья. Три раза только в Чечне были. От Рамзана Кадырова получили благодарность. Это что-то стоит? За книги, которые мы привезли. Книги мира и любви. Это мне Господь позволил 38 томов написать книг. Каждая книга 750 страниц. Вот в урывке в библиотеке мои книги есть. А я что-то... Ну, я в библиотеку-то не хожу. Но сходите. Так. Поинтересуйтесь. Все. Не досуг, да некогда. А то есть. Машины ваши идут. Ну, это Геннадий едет. Лагерь трогается. Геннадий едет. Вот сейчас Володя картошку нам приготовит. Он тут. Это кочегары. Это дети... Радио, да? Деревенская. Да, это из деревни пришли. Деревенская. Так, да? Подожди. Деревенская. Ну, часть лагерных. Ты на столе по ногам не становился. Как
Ты зачем махать еще? Иди нарви травы, протри все скамейки до одной. Все? Давай быстрее. Все, и все, после все. Этого сядешь и никуда не слезешь, будешь сидеть на последнем. Люди сидят, он залез ногами. Давай рви хорошую траву, протирай. Тут не пройдет мимо такой. Ногами наступил на скамейку. Сейчас будет протирать. Сейчас богобашка тащит. Я исправление называется. Может, вам еще лицо протереть? Ваня, давай. Я тебе уже замечание делал, вы не послушали. Вот вам и наказание сейчас. Я в плащике. Дядь Володь. Я в плаще. Плаще. Плаще, да. Давно их уже никто не чистил, и все ждали, кто первый встанет. Нет, все-таки ваш брат получше был, чем он. Понятно. Все, кто обличает, те плохие, Алексей, запомни. Это брат идет, Иосиф. Добрый вечер. Добрый вечер. Потеряюсь. Виктор. Да, брат. Виктор. А не потеряюсь ли? Нет. Николай. Ведро воды я взял, две кружки. Вот который приезжает Геннадий Павлович. По соседству. Наш традиционный добрый костер. Не опасаемся. Добрый вечер. Так, выходи сюда. Убери ее с дороги. Осторожно, их надо убрать просто с дороги. В погоне нельзя на костер приходить. Почему ее так одели? Любая искра прожигает. Что угодно делаете? Или другое надеете? Или сделаете на что-то, брат? Это запрещено. Во-первых, тело... На соли, да? Тело это Виктор, да где гитара? Она уже прогорает. Весь народ подошел. Она плавит. У нас правила на все. Ну, вывешено. Они первый раз приехали, не знают порядка. Колготки заправлены. Не одела, вот тут надо было. Вот это два человека, завтра будут крещение принимать. Приехали. Из Барнаула. Вот это Андрюшин брат. А вот старший его, которому белые рубашки, это в Новосибирске живет, переезжает по Тереевку. Алешка. Ну я был, например, когда уже у нас ребята хорошие. Вот Алешку его проверяли там соседи, всех, какие что жил в президентском полку. Это он же последний Валентин Алешка. Нет, вот последний Ося прошел. Ося? Вот воровка, вот дальше все. А, ну. Ося. Да конечно, маленький Ося вообще-то маленький был. Вот маленький, правильно, но растут очень быстро. Вот видишь, приходят к нам дорогие гости. Проходите. Сейчас там костер, и все, хватит. И дыму и огня, а потом картошка. Проходите, садитесь. Пускай тут дым. О, еще кто там подъехал. Вон из деревни. Сергей с двумя собаками гонит. Вон он. А, ну. Ух, какие. О, главный атрибут, гитара. Сейчас. Вот это вот бежит собака, это чемпион России. Это не просто собака, а собака на всю Россию известная. Он прошел от Тихого океана до Португалии с нами. Он за выучку. Черный, который. Ураган! Я говорю, это ко мне! Ко мне! Мы тот раз выезжали. Ко мне! Собаки там. Да конечно, овчарочки. Овчарочки. Красавцы. Ё мой золотой. Вот который на морнике, он есть. Вот красавец такой. А это молоденький. Это молоденький, да. Он на морднике, он не тронет. Он даже на вас не посмотрел. Он даже не выходит. Он ищет, кто ему снимет на мордник. Но без хозяина я не могу. Хозяин вон едет, кинолог. Не надо снимать. Профессиональный тренировщик. Это не те собаки, которые кидают. Видишь? Комары съели. Иди сюда, иди скорее. Мамаша, скорее. Сережа, иди, сними с него. Слушай, а у меня же в машине там, по-моему, не есть. Я говорю, снимайте, мы боимся. Можешь снять? Давай. Ой, все, сняли, поиграй. Сережа, давайте. А если она укусит? Да, ну... Кого-нибудь. Не укусит, заплатим. Чего заплатить? Вы натираете, это вредно. А что это такое? Валенин. Вот ему не понравилось. Не знаю, валенин, а остальное все через кровь. Вы просто будете страдать от этого. Ничего не надо. Самое большее это возьмем.
Надо подкинуть костер. Скажи ребятам, что принесли. Ребята, в костер подкиньте. А сам подкинешь, им не давай только. Нестор, Ваня, подкинь, это, принесите веток. Сейчас мы прозвоняем. Ваня. Картошка-то у тебя печет. Благовестие, призыв Христа проповедовать падшим заблудшим. Пусть дорогу освещает звезда, только ты будь всегда, брат, послушным. Слов-то у нас все нету с собой. Ну и она поменяет. Спой, тебя ждут. Батюшка сказал, что... Озеро надо бежать. Ну слов нету, но я помню. Ну давай. Да вон озеро. Да вон озеро. Озеро, дерзя! Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты деревня дорогая, встречаешь Господа Христа. Пасхальные слышны молитвы, и раздается песнь вокруг. Христос воскрес, и с Ним мы живы. Воистину воскрес Он, друг. Христос воскрес, и с Ним мы живы, воистину воскрес Он, друг. Я не хочу судьбу иную, здесь я облёкся во Христа и не останусь. Много славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, о, потеряевка моя. В моей судьбе ты стала главной, о, потеряевка. Я, брат, с тобой, с тобою, друг, я Пасху встретил, Христу воспел. Я, брат, с тобой, кто не познал Христа Иисуса, вам возвещаем о любви. Голгофы струи льются, и мимо грешник не пройди. С креста Голгофы струи льются, и мимо грешник не пройди. Да.
Прости меня, что я сижу. Володя, ты всех проследил. Проследил. Расчувствовались. Батя, ангел, давай утешение. Володя. Люда. Утешение. Володя, картошку. Я здесь сижу. Ну не плачь, ты тоже. А возвращение в родителей? А возвращение проходит. Давай, картошка, ты его сейчас съем в утешение. Картошечку не надо. Песня называется «Возвращение», о благовестниках, когда они возвратились. Кто-то едет летом отдыхать, море, пальмы, бары, рестораны. Но жизнь дана Христа нам здесь познать, в сторону прельщения обманы. Трое благовестников пути возвещали людям путь спасения, а четвертый чемпион страны. Лучший пес, и в этом нет сомнения. С возвращением встречают друзья, и на улице наше веселье. С возвращением благовестие Христа пронеслось до края вселенной. Дальняя дорога, города, разные народы и столицы. Посетили много государств, видели мы радостные лица, неземная радость на лице, озаряла светом благовестия. Видели мы братство во Христе, и души словно белые невесты. С возвращением встречают друзья, вознесем благодарность мы Богу. С возвращением родная земля принимает сынов своих снова. Испытаний много на пути, вот сломалась наша колесница. Боже всемогущий, помоги, надо нам усерднее молиться. Руки брата Господи направь, людям сердцу проложи дорогу. Ветхое ненужное исправь, и чтобы не взимали денег много. Благовестие так много преград устраняет Господь своей силой. Благовестие наши ноги спешат покорить всю Европу, Россию. Позади остались Лиссабон, Рим, Мадрид, Париж и Копенгаген. Вот дела не выдержал мотор, возвращаемся в родную гавань. Ты, Россия, нас скорей прими, стройные березки и равнины. На Алтай в июле мы зашли, видно, как желтеют божьи нижи. Благовестие, призыв Христа проповедовать падшим заблудшим. Благовестие встречают друзья, воспоем мы осанна все дружно. Благовестие, призыв Христа проповедовать падшим заблудшим. Благовестие встречают друзья, воспоем мы осанна все дружно. Воспоем мы осанна все дружно. Каждое лицо высветит. Володя разгребает, повернись на него. Так, пока картошкой займитесь, сидите. Дай вам.
наши жертвы ждут труда. Ой, Володя. Когда мешает, то не ходит. Картошка объедение. Ну вот ты прямо это. Уж это. Михаил. А кто включал воду в бак? Я включал. А кто? Сергей уехал. Куда уехал? Включать? Да я выключил уже. Ну зачем вы? Она дошла до краю. Я Сергея просил. Надо было Викторию пойти. Да, есть все картошечки. Работаем. Работаем? Вот они. Дай, пожалуйста. Операторам трудно работать в дыму-то. Ну, приходится. Ну, что, надо, ну, давай. Ну-ка. Говорили, половинку Витя, я утром оторвала. Что это на половинку? Это чудо. Картошка еще не печет. Стой, стой. Стой. Картошка, давайте, держите. Отойди, пожалуйста. Ваня, отойди, пожалуйста. Ребенок. Не надо так много. Сильно разожжет. Сколько можно? Ну да! И луна. Ну кто дядя Игорь встретит-то? Ну-ка сбегайте еще. Кто? Давай. Скорее.
Никого больше нет. Это платно? Не надо, не надо. Да. Потом мне место уступишь. Дорога. Платно? Он баян тащит. Нет, нормально. Обучение, это платно? Да, тут нет. 500 рублей. Давайте. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Давай. Проходи, долгожданный. Картошку поешь, вот. Ваня, а ты пропоешь, что умеешь. Игорь, сюда иди. Допустите, пожалуйста. Денечка, садись. Мне надо флейту, скрипку, фантастику играть. Когда моя мечта сбылась, Игорь Александрович, учи их флейту. Нужда? Прося, иди сюда, в этот край. Еня, давай еще по картошке. Дай, давайте я разнесу. Еня. Сейчас картошечку. О. Ну, полностью пропеклась. Псалом 132 царя пророка Давида. Еня, где песенник? Песенник, который здесь был. Давай. И этот самый красный. Почему там ты? Да, а здесь нет. Нет? Здесь нет. Цены на голове,
намекающий на бороду. Краса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Аллилуйя! Слава Христу! Чего-нибудь играю, я отдохнул. Столько не играл. Давай, это вот просили христианин, неси огонь чудесный. Можно посмотреть сейчас слова. Там вляпано. Речка чистая, какая красота. Сейчас вот эту песню споем.
Гармошка, смысл? Нет, без дома мажорного почему-то.
Это ураган. Верный. Он-то светлее. Владирском степи она мостной кучи. Благодаря газетам и фильмам известен во всем мире. Но можно придумающих корней и кучи, и бедестроение все шире и шире. Внешне он беден, глубок, неказист, а в жарком дождями прогрызен мешами. Отчего же боится его коммунист? Сравните конфликт с нашими шалашами. Лагерь стал в степи на навозной куче. Что может быть круче? Кельи они обзывают курятниками. Детишек, мол, здесь всех заморили на стол. За лето 15 комиссионеров звякнули все это наутница громко. Потом над вышкою высокою высишься крест. На тонком воздушном шесте в небесах при полной загрузке 70 мест. Девчонки в платочках, а хлопчики при поясах. Лагерь стан в степи на навозной куче. Что может быть круче? Несите туда, несите в сторону. Громче. Утром подъем от 5 до 6. Сонда колодца едва растрясут. На сидящей гимнастике подливают карасин. За вчерашние провинности допросы и суд. Расправа подтаенная сеткой крапивой. Кто-то смеется, а кто-то и слезу прольет. Маленье Евангелие колокола с переливами. Бывает, артисты болеют весь день напролет. Лагерь стан в степи на навозной куче. Что может быть круче? Нам есть что другим показать, не хвалясь. Строгая дисциплина, порядок и после отбоя. Работают парни как мужики, протрезвясь. После 70-летнего угара запоя. Лагерь стран наш, не спутники, видят ангелы. Сколько слез покаянных, заброшенных хлеб за иголку. Много так много труда в злых дурных. Голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. Нам оно имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. Второе рождение, только искренне верю.
это, я слышал, цыгане поют. Вот у них в конце такие слова: он нас сделал родными, и хотя мы цыгане, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Да ты что? Маленько с акцентом так еще. Это где же вы так услышали? Вот в интернете я услышал. Говорите, какую песню я в интернете найду текст. Я вот манит сердце, ничто. А дыму можно в костер, брат? Про сенокосты. Про сенокосты. Косарин. Закусали супостаты. Сейчас я найду ее, она у меня есть. Медведь. Нет, черная. Как-то медведь. Я замерзла. Сейчас, минуточку, где-то она у меня есть. Им бы кончить работу свою, я на милость твою. Вот он. Спаситель мой Господь. Сначала дубль второй, кадр первый. Снова? Мотор пошел. Ну, косари на лугу размахались острыми косами, что им Божий цветок, им бы сделать работу свою. Я на милость свою уповаю, Спаситель мой Господи. На милость, лишь только на милость свою. Я на милость свою уповаю, Спаситель мой Господи. На милость, лишь только на милость свою. Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница. Вера в то, что ты всем управляешь своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь пред острой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь пред острой косой. А иначе зачем ты поил меня дивными росами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Косари на лугу отмахались острыми косами. Завершён сенокос, только я невредимый стою. И как в прежние дни, убиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как прежние дни, убиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. Съели уже. Все, отправим. Горячие? Да пока не сидят. Есть. Ничего есть? Здесь ничего, ничего. Я здесь нормально все. Здесь нормально. Завтра надо палатку поставить. Это, Володя, а где у нас в лагере побудет? Дай дорожку.
ураган. Пойдем сыграем. А где Виктор Николаевич, а? А, вот. Я пойду, у меня в кабину сейчас пойду. До свидания. Сережи. Я вообще вот эти вот военные песни. А он вот эти военные песни играет, и где это больше? Я вижу в озерах синих, горы я слышу порывах ветра. Он зажигает души светильник, проникновенно лучистым светом. Он очевиден в улыбке солнца, он слышен в шуме дождя и снега. Я как сотрудник его посольства провозглашаю программу неба. Он очевиден в улыбке солнца, он слышен в шуме дождя и снега. Я как сотрудник его посольства провозглашаю программу неба. Волю благую Господню знаю, он дал мне царственное гражданство. Я поднимаю любовь как знамя благословенного государства. Здесь на земле для меня лишь образ, лишь только образ родной отчизны. Я верю в Бога и в Божий образ, преображаюсь в духовной жизни. Здесь на земле для меня лишь образ, лишь только образ родной отчизны. Я верю в Бога и в Божий образ, преображаюсь в духовной жизни. Я верю в Бога и в Боге. Это кто там? Террористы, что ли, напали? Все, это... Это... Кто там? Террорист напал. Держи вора! Держи вора! Так, ну что, еще поиграем или как? Поиграем давайте! А, Сергей Павлович? Что скажешь? Я сейчас подойду туда, подходи. Паша, пошли, она угоняет! Няма-няма, лака-лака! Ну что ты, как маленький ребенок? А я кто? Шибко много воды лучше не давать, и то горячим станешь. Пошли, карасик. Мне дайте соль. Берем. Приехали. Дядя Миша, я дам нашему оператору сегодняшнему. Упрел тут с нами. Нам разрешили взять на время баян. Ух ты, у вас глаза красные. Да. Угу. Нам еще костер этот тушить. Это черпальная ключа. Ничего не увидать. Мальчики всегда первые во всем. Ты же пил? Ай, кам там. Я сейчас съем картошку и еще попью. Да, давай. Всякий дай. А потом Анфисе. Че с глазами? Да вон от фонарика. Это с этого, с колодца, с этого? Ну вот с этого, возле столика. Дай мне попить. Ты не остарковал ведро там делал? Держи, с какого это колодца? Ведро где? Возле скворечника. Ведро где? Где сколько там?
Не понял. Ведро где с картошкой? А, мне положили картошку можно. Я не беру ночью. Ну, где-то вон стоит, нет? Вон, да, да, там. Место неси. Сереж, вон. А зачем нам сейчас картошку? Мы сейчас все в лагерь пойдем. Вов, а с этого, вон этого колодца воду берут, нет? С этого? Нет, пока нет. Мы только первый один раз вычем. А мне можно? Я и Клинка. Ну а как ты думаешь? Ну, когда смотришь на нее, какая она? Я смотрю, круглая вроде бы. Да. А если вот так вот смотреть, то вроде бы овальная. Держи. Я пить хочу, потому что я поел уже. Картошку так сухо. Дядь Володя, спаси Христос на картошку прям. Вкусная прям. Старался я, с Божьей помощью. Правда, запоздал, лишь надо было пораньше выйти. Бог дал. Кто еще будет, Сергей Павлович, отбил? Я подпил потом. Кто не трус, кто перепрыгнет костер? Мистерок. Нельзя. Куда ты? Я тебе дам попрыгнуть сейчас. Прыгнуть, я там сесть, позевать. Дай соли мне, а? Вон а соль? Боюсь. О, соль добрая я вещь. Я обосрался. Да, дядя Володя? Да-да. Володя, а там есть картошка еще в костре? Так давай вот подкинем. Здесь. Нет, давай подкинем, я картошку не хочу. Давай подкинем. А, ну конечно. Нет, мне надо обратно разобрать сейчас. Ага. Сейчас подкинем. Жалко, фонарика нет, я посмотрю. Ничего не видать уже. Дайте посмотреть. Ой, не говори, а я думала, что это Николай Чушел, я бегом туда. Попалась на лезвие, да? Попалась. Она только наклонилась, и все, и попалась. Что говорите? Никак она не может не попасть. Видишь, как получается. Володь, ну что, мы ее не ищали, и все, домой идем уже. Если вот так приблизишься, так вот. Нет, видишь, как ты хорошо освещаешь. У меня аж картошка полезла вся из костра. Вот она наша. Из комаров мало. Хорошенькая. Ну, попадается даже сыровато, потому что три ведра закинул. Заключительную песню предлагается спеть, пасхальную. Нет, это не пасхальная, неправильно. Это не пасхальная. Не сказка это, не легенда древняя. Иисус Христос был вознесен на крест, и мертвый был во гроб положен с древа. И в третий день из мертвых он воскрес. Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам пенье печем слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Сегодня праздник ближнему и дальнему. Пусть слышится под сводами небес горячее приветствие пасхальное. Христос воскрес, воистину воскрес. Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам пение птичьим слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Все должны петь. Если не поете, мы еще раз ее будем петь. И так, да, и я буду подходить к каждому и светить в лицо. Искренне.
знаешь. Мы торжествуем, поем сейчас. Воскрес вместе с нами здесь. Воистину воскрес он не для вас. Воистину воскрес, не легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам в пенье птичьем слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Воистину воскрес, не легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам в пенье птичьем слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Воскресе! Воскресе! Ой! Еще? Давайте, давайте, да. Еще. Продолжаем? Ага. Да. Не спите? А я икаю! Не спите только, а то в вагоне упадете. А я икаю от радости. Так, помните, дети лагерные и не лагерные, всякого рода. Я хочу прославить Господа Христа. Я хочу прославить Господа Христа за Его любовь к нам, за Его дела. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Он всегда со мною рядышком идет, крепкою рукою он меня ведет. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Взрослые и дети, любит вас Христос. Людям всем на свете радость Он принес. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Предлагай. Ангелы в небе. Господа славят, славу достойную, ногу поют, Богу поют, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава. Вечная слава, слава Христу. Хочется с ангельским пением слиться, в хоре искупленных, спасенных быть, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю. Все подарить, вечная слава, вечная слава, слава Христу, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Чудный прославленный, царственный Божий Сын. В небе Христос Господь, в небе нас ждет, в небе нас ждет. И сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю,
славу поет, славу поет, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Гитара как нагрелась, а? Бить-то хорошо, еще поплавит и стремит. Песни поют, Иерусалим, Иерусалим, ты город живых, ты город святых, Иерусалим, к тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Чтобы мне покой найти в Иерусалиме. Болезней там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим, Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Братья мои, сестры, там мы будем вместе воспевать Иисусу радостные песни. Так давайте ж на земле вместе славить Бога, чтобы стало дорога. Болезней там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим, Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Разогрела сильно. Надежда Васильевна, спойте вашу. Давайте, а у меня как раз это отдохнут маленько. Я может могу подпоить. Да ты пой с нами, тебе спать не будет, капец. Да ближе стань сюда, вот здесь. И посмотрим, наберет ли вас ролик миллион просмотров. Будете вы популярны в интернете. Попивать наоборот, вы станете известны, вы что? Ну да. Давай. Неужели уйдешь ты, не приняв Христа? Чтоб дальше во мраке блуждать, божественным призывом пренебрежешь, не приняв его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь?
я невозможно, потому что глаза прямо. Глаза болят. Конъюнктивит. Неужели уйдешь он ведь другом твоим? Я слова дальше не знаю. На нем в машине там лежит. Да, миллион просмотров. А вот это Корея. Пусть услышит Всевышний благодарность мою и печали мои. Тихий голос Христа над собою услышу. Тихий голос Христа, голос вечной любви. Тихий голос Христа над собою услышу. Тихий голос Христа, голос вечной любви. Я колени склоню, и раскроется небо, дивный Господа край, где не гаснет заря, и согреется сердце живительным светом, исполнится сил новой верой горя, и согреется сердце живительным светом, и наполнится сил новой верой горя. Я колени склоню, заблуждения свои и ошибки в пути. Я пойму, что Христос был мне светом в Евангелии, нес меня на руках и без гнева простил. Я пойму, что Христос был мне светом ненастье, нес меня на руках и без гнева простил. Я колени склоню, пусть услышит Всевышний благодарность мою и печали мои. Тихий голос Христа над собою услышу. Тихий голос Христа, голос вечной любви. Тихий голос Христа над собою услышу. Тихий голос Христа, голос вечной любви. Тихий голос Христа над собою услышу. Тихий голос Христа, голос вечной любви. Я учила, я колени склоню, я колени склоню. Ну, там, там по-другому немножко, наверное, переводится. Оно и так, и так. Медведь! А вот смотрите, где я. Долго в сумраке скитался, на путях греховных я, жизни разочаровался, мир обманывал меня. Я искал, кто мне поможет, жить мою любит кто. Услышал голос Божий, я люблю тебя давно, так давно, так давно. Я люблю тебя давно, о, как сладок голос Божий, я люблю тебя давно. Он меня с любовью принял,
я от всех грехов омыл, я к ногам Его склонился и за все благодарил. Я на пажитях Его постоянно слышу голос, я люблю Тебя давно, так давно, так давно, я люблю Тебя давно. О, как сладок голос Божий, я люблю Тебя давно. Домой, хвани хвостик. Дядь Володь. Ай, тут комары эти взяли. Вон их хвостик. Возле меня сколько. Ну все-то. Аллилуйя, не уже. Давайте, Виктор Николаевич, собираемся. Все, ребята. Они уже по жердочкам садятся. Да. Как курочки. А как курочки. Здесь вот помолимся, сюда подходите. Ага. На молитву. Встанем все на молитву. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровище благих, и жизнеподателю, приди, вселися мы, и очисти нас всякие скверны, и спаси, Боже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. Да воскреснет Бог, да расточатся врази Его, и да бежат от лица Его все ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут бесы от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем веселье глаголющих, радуйся, пречестный, животворящий крест Господень, прогоняя бесы силу на Тебя распятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьявола, и даровавшего нам крест вечестный на прогнание всякого супостата. О, пречестный, животворящий крест Господень, помогай мне со престой Госпожой Девы Богородицею со всеми святыми во веки. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за тихое мирное время, за эту возможность благодарить Тебя и прославлять имя Твое святое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Посети, Господи, нищих, сирот, вдов, одиноких, страждущих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темницах за слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню. Посети православных христиан, страдающих на Украине и в других частях мира. Господи, помоги им устоять в вере. И нас помилуй милости Твоей ради. Научи нас ценить это тихое мирное время. За все Тебя благодарим. Сохрани нас, Господи, при расхождении, даруй тихую, спокойную ночь.
Поставь свою невидимую охрану над каждой душой христианской. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Прими, Господи, все моления наши, воздеяние рук, как жертву, благоухание пред престолом благодати Твоей. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе, на земле. И услыши молитвы тех, кто молится о нас во благо нам. Прими наши молитвы, а всех заповедавших молиться о них, да будет все по воле Твоей святой. Аминь. Говори, Господи, слушает и слышит раб Твой. Аминь. Аллилуйя. С миром Божиим расходимся по домам. Кого из деревенских я могу подвезти тут? Надежда Васильевна сейчас поведет. О, это не ко мне, дядя Володя обрекал. Дядя Володя здесь. Да, дядя Володя. Ну фотоаппарат зарядите. Я вам в карман его положу, где его карманчик.